Далее в нашем эфире первая серия из цикла фильмов «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. 1901 год. Каким встретила начало нового века Российская империя? Смотрите прямо сейчас. Российская история – это остросюжетное кино про нас, с живыми людьми вместо актеров. На смертельные трюки каскадеры не приглашаются, все сами, без страховки и с первого дубля. 100 лет прошедшего века и 100 лиц, которые вы увидите в деталях, крупным планом.